Эта история произошла в Великобритании. У Сары Маклеллан и ее мужа есть две таксы, Ральф и Эдди. Однажды Ральф потерялся. Он пропал во время прогулки, и хозяева не смогли его отыскать. Они развесили объявления по городу, но никто не видел их любимого питомца. Поиски пропавшей собаки не прекращались. И когда муж в очередной раз отправился на прогулку со второй таксой по кличке Эдди, она привела его в нужное место. Девочка учуяла брата под землей. В течение 2 часов друзья и супруги пытались достать собаку. Ральф был примерно на 1,5 метра под землей, поэтому нужно было действовать осторожно, чтобы не обвалилась земля. Когда Ральфа наконец освободили, он выскочил и побежал к людям так, словно ничего не произошло. Ральфа сразу же отвезли к ветеринару, чтобы узнать, все ли с ним в порядке. К счастью, осмотр не выявил каких-то серьезных травм. Конечно, совсем без последствий не обошлось. У пса диагностировали обезвоживание, он потерял несколько килограмм, а также стер лапы, пытаясь выбраться из норы самостоятельно. Но с ним все будет в порядке. В семье наконец воцарилось счастье. Дети и супруги довольны, что их любимый питомец нашелся. Вот и вся история. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения.